бывшему. Последний раз ты пришел к ребенку, принес, вернее, пакет ребенку и ушел. Пакет принес с просрочкой. И все эти ктимельки, это все просрочено. А ты думаешь, что ребенку 6 лет. Но если нет у тебя возможности ребенку купить свежее, то не надо ему тащить просрочку. Лучше ничего не приноси, а? Ему 6. Он не ест плохое. Вообще. Он ест только свежее и только хорошее. Честно.